10 детенышей редких кубинских крокодилов, находящиеся на карантине в зоопарке Гаваны, готовы к новой жизни в дикой природе. Сюда они прибыли в апреле из стокгольмского зоопарка. Другие страны могут предложить свою поддержку, отправляя кубинских крокодилов на Кубу. Это поможет увеличить число особей местной популяции, которая ограничена и сокращается. Подаренные крокодильчики уникальны не только своей редкостью, но и необыкновенной историей происхождения. Их родителей в 70-х годах прошлого века подарил советскому космонавту Владимиру Шаталову бывший кубинский лидер Фидель Кастро. Шаталов забрал рептилии в Москву. Они жили в его квартире до тех пор, пока не выросли слишком большими. Тогда космонавт отдал крокодилов в московский зоопарк. Однако там не было необходимых условий для их содержания. В конце концов, горемычных крокодилов передали сотруднику стокгольмского зоопарка, когда тот приезжал в Москву. Теперь их детеныши будут содействовать восстановлению популяции кубинских крокодилов на их родине. Согласно оценкам, в дикой природе их осталось около 4000. Этот вид занесен в Красную книгу.